покрупнее немножко будет оно. Ну, пусть оно будет крупнее. Так, заехали за Лоблой. Точка Гена Зоя. Есть чухонь всякая. А это какая Лобла? Вот это большая, что ли? Угу. Вот я ее снизу вытащил. С икрой? Угу. Икра вот такая. Так, есть самы тут всякие. Сколько? Я за ним перезвоню. Ох. А то добыльное. Сон. Сазан. Нормально лобло, Андрюк? Да, да. Да, мы к тебе, короче, заедем тогда это. Наверное, ночью, если мы ночевать. Короче, я тебе позвоню еще. А сейчас мы будем заедем? А туда? Давай заедем. Да. Сейчас заедем еще в одно место, посмотрим там рыбку, на дорогу взять и поедем в сторону уже речки обратно. Закупились с арбузиками, с перчиком, кое-что такое все взяли, вот, и сейчас опять на речку. Так, вот еще одна точка тоже у них, здесь у них больше ассортимент, здоровый холодильник, сейчас вам покажу. Зоя, привет, мы к вам в гости. Ну-ка, что у тебя тут вкусного? Это рулеты? Рулеты. Красоте. А икра почем тебе? Такая 600, такая 800. Угу. Это натуральная или вот это искусственная? Это все щучья икра. Это щучья, просто подкрашенная? Да, это крашеная щучья. Угу. Натуральной краской. То есть это морскими водорослями крашеная. Угу. Так, ну показывай, короче, я... Ребятам хочу подписчикам. Здесь, значит, ассортимент всякой воблы. Да, это вобла с икрой. Вот такая с икрой. Это чехонь. Чехонь. Есть копченая чехонь. Угу. Так. Это самое вкусное. А вот такая икра почем? Такая икра сейчас 2300. Это сом, это толстолобик, жерех, это у нас щука копченая, это сазан, это щука судак, копченый, да, это судак копченый. Холодное копчение. Все холодное копчение. Есть залом копченый, это филе толстолоба. Филе толстолоба вообще огонь. Угу. А чем у тебя? Филе толстолоба 600 рублей килограмм. А жерех? Жерех 450 рублей килограмм. Угу. Толстолоб 400 рублей. Самая цена разная. Дело в том, что если он в таком закрытом виде, сом, он будет копченый, а внутри он вяленый. А когда в открытом виде сом, он более копченый. Это у нас шамая. Очень жирная рыба. Она вот такая. И видно, вот она вся жирненькая, вот такая просвечивает. Это у нас, ну, окунь, как обычно. У нас вся рыба вот так светится. Вся прозрачная. Это у нас подлещики. Угу. Так, это щука сухая. Вот есть также бершики копченые, судаки копченые. То есть в закрытом виде. Он будет. Да, судак когда... очень вкусный. Да, судак, если. Вообще любая рыба, которая в закрытом виде, он будет более сочный. Есть вяленые судаки. Так, вяленые судаки. И есть у нас синец. Снец, как всегда, вот такой прозрачный, с укорочкой. Все, сейчас тогда будем покупать что-то себе вкусное к столу. Вот, а вы, если захотите, тоже вот приезжайте. Зоя, Гена сделают вам вкусную рыбу, скидочки. Если назовете промокод Дивер, от Дивера вам дадут скидочки, какие-то подарочки. Ладно, все, друзья мои, вот такая вкусняка тут. Сейчас будем затариваться.
также есть свежемороженая рыба. А свежемороженая рыба у тебя почем? Свежемороженая рыба. Может, глянешь? Пойдем. Ну, капец. Короче, кто не наловил, можете приехать, вот взять вот таких громадных судаков. У меня даже они в кадр не помещаются. Вот такие вот монстры. Илюша таких давно уже в руках не держал. Ёкарный бабайка. Где же их наловили-то? Все мои трофеи здесь. О, какой, братья, это вообще пипец. Оба. Охренеть. По 250 рублей килограмм за судака. Но я считаю, что это на самом деле не так и дорого. Цена нормальная, адекватная. Так что вам уже решать. Вот свежемороженая рыба. Покупайте и домой. Кто, как говорится, пробухал все, пропил, вон, на воду не выходил. И на самом деле сейчас рыбалка тяжелая, вот многие приезжают за рыбой, вот можно купить и домой привезти. Ладно, все, друзья мои, я говорю, мы сейчас будем брать блоки, а то я с вами тут разговорился, вот, и время убегает, надо ехать на рыбалку. Все, давайте всем пока. Еще раз, значит, ссылку оставлю на Инстаграм в описании под видео. Кому интересно, спишитесь, там телефон у них есть в Инстаграм, и позвоните. А я вам сейчас визочку сюда вставлю, кстати. Можете сразу, в принципе, позвонить. Так, вот я себе набрал тут саму. Ну, давай размером покажем ребятам. Вот так они видели разрезы. Да, вот так делаем. Вот так. Вот, очень аппетитный, вкусный, реально очень вкусный. Можем на хлебушек с картошкой. Ну, кто как любит с чем. С картошкой вообще вкусно. Рекомендую. Верик, потому что салат очень вкусный. Может, подарок подарить, очень красиво смотрится. Вообще, настоящие рыбаки как-то вот так вообще палатки ставят. Не то, что некоторые в кустах, где-то, блин, от комаров, там, не знаю, от солнца подальше. Отдыхать надо вообще по кайфу. Вышел из палаточки. И куда сразу? Правильно, в речку. Серёнь, ты вообще лучше всех устроился, походу. Вот дают. Как он? Диоген в бочке жил, а я здесь. Наша палаточка, это наша спальня, там еще даже вещи лежат, здесь вот мой холодильник, дометик стоит, реально очень, при такой жаре он все охлаждает, и там реально все холодное, причем стоит на плюс 2, два отсека у меня, вот, чехол, вентиляция со стороны, да, видно, нет, вот, не нагревается ничего, все отлично, вот наша прихожая. Вот, здесь, по идее, можно еще и матрас постелить. Вентилятор, в принципе, рекомендуется. В палатке тоже жара. Сейчас пойдем к Севолоду в домик, в норку. Палатка, кстати, вот просто огонь. Я показывал уже неоднократно, прям рекомендую, никто не пожалеет вообще. Сев, привет. Привет, ребят.
Вот, матрасы, короче, мы чешские так не смогли найти, так как у меня там, я говорю, белый такой показывал. Все воды взяли, короче, Outwell, но вот немножко они поддулись. Возможно, они растянулись, потому что они, в принципе, как бы, ну, потоньше. Резиновая, да. Видимо, от жары начинает тянуться. Сейчас насос выключим, вот, не слышно будет. Да. Достать, наверное, себе на всякий случай, чтобы подкачивать. Пусть у тебя будет. Короче, Outwell-ские матрасы реально вроде бы такие хорошие, но вот сейчас посмотрим, подкачать, пришлось нам подкачать их. Вообще фишка, вообще данной палатки сейчас здесь хорошо видно. Вот да, вот у них головы лежат прямо, считаю, прямо, ну, вентиляция. То есть вот кто здесь лежит с краю, вообще просто шикарно. Считаю, вот голова просто на улице. Вот. Причем у этой палатки есть двойная сетка. Все, кстати, рекомендую тебе одну сетку открыть, и вентиляция будет еще больше. То есть двойная сетка. Здесь сетка в спальне, и сетка еще в общем каркасе идет. То есть там двойная сетка. Если одну сетку открыть, ну, вентиляция будет больше. Мы так и сделали себе. Вот. Что еще, короче, вот. Ну, видите, сколько места вообще, да? Вот считай, два человека спят, еще рядом, короче, еще вещи лежат. Еще два места. Ну, по сути, да. Еще можно, ну, как Сева говорит, еще можно сюда двоих. Ну, одного точно. Вот. Вентилятор, опять же, вентилятор на автобе, это обязательно. Ну, а теперь, короче, вот кондиционер. Вот, Сева привез кондиционер, просто домашний напольный кондей. Охлаждает, в принципе, неплохо, да? Охлаждает хорошо, но есть одно но. Теплый воздух поступает быстрее, чем он успевает охлаждать. Если палатку мы закрываем, все клапаны закрываем, то кондей высасывает воздух из палатки быстрее, чем воздух поступает с улицы. В результате палатка у нас хлопнулась. Да. Получился инцидент такой, что то есть хотели как лучше сделать, получилось как всегда. То есть мы закрыли все окна, чтобы кондей охладил, грубо, внутреннее пространство. Но и вывели трубу туда, да, на улицу. То есть горячий воздух это выходит, а он отсюда всасывает. И получилось так, что он реально начал высасывать, то есть вытягивать отсюда воздух и всосал себя, и, короче, палатка сложилась. Реально сложилась, и сложилась не очень удачно. Одна дуга у нас лопнула, но изолента и вот эта вот смекалка. Нам в помощь, как да. Но показатель качества палатки налицо. Палатка герметична. Да, да, кстати, да. Просто я вам покажу, что это за палатка и в чем вообще у нее плюс. Это герметичное дно. Просто герметичное. То есть вот сейчас я вот сюда наведу, очень хороший ракурс будет. То есть, видите, да, это вот дно, и зеленое, это уже стена. И вот это все, вот так, вот так, вот так, вот так по кругу, в принципе, идет. И это вот прихожая, она монолитна со спальней. Спальня, получается, даже вот она внутри пристегивается вот на эти вот штучки. То есть, по сути, это большая прихожая единая, а внутри стоит еще спальня, если попроще сказать, наверное. Вентиляция бомбическая, но Сева даже вот ей не пользуется. То есть, на самом деле, вот здесь можно поднять все это дело. Тоже, как у меня, допустим, тоже есть вентиляция. Не просто пленка, а здесь еще вентиляция. То есть, можно и здесь вентиляцию открыть. Мы почему-то не пользуемся, кстати. Не знаю, почему надо же открывать. У нас вечером и так продувает отлично. Вечером, да, спать нормально, шикарно. Ну и здесь вот вход, который, вот, да, вот видно уже реку. Там вот, вот получается вход, река. А здесь вот получается сквозной выход. Более маленький он, но оттуда тоже можно выходить и выползать, там, не знаю, кому как удобно. Утром приехали проверять. Две донки пустые. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, Андрюха говорит, там дальше один есть. Сейчас посмотрим. Жарко даже утром. Даже утром жарко. Пойдем смотреть дальше. Что у нас там за зверь? Что за зверь? Да, гнет хорошо. Ой, хорошо гнет. Вот он. Вот, вот. Тихо. Прям главное по песку, чтобы не шибить его, по песку. По песку под него.
Ну, такой же, как вчера, наверное. За эти, да, бери, чтобы не поломать. Так. Держи. Начинает уже. Да. Ну, а? Уже сидит? Павел, нормальный. Ну, не очень. Тихо, 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 тихо. Вы только закинули сразу. Так, стой, давай сразу грузим. Подсак надо штопать. Ну, иди относи. Это прикинь, на вчерашний жмых, он уже раз... Блядь, он уже размытый. Один крючок оторвал. Андрюх, неси поводки и ножик. И один жмых пропили, пожалуйста, тоже принеси. Ножик, поводки и один жмых. Так, ну что у нас осталось всего, вот сегодня, утро и завтра. Сейчас мы немного задержали сазаном, взяли двух сазанят. Там один на трешку, другой там чуть поменьше. Вот. И думаем сейчас, чтобы, ну не знаю, по ямам уже ходить, то есть какие-то редкие экземпляры выцеживать. Наверное, мы не будем, может быть, вечером посмотрим. А сейчас мы поедем, наверное, к рыбалык и попробуем там поджиговать, может быть, ну и троллингом пройдем. Как говорится, увидеть побольше поклевок. И, в принципе, там есть шанс тоже поймать и судака нормального, и сомика. Может, что-то поймаем. Может, что-то будет интересное. Все, погнали. Есть какие-то бугорки на дне, поаккуратнее. Есть. Так, у тебя покрупнее. Так, сейчас аккуратно будут бугры. Ну да. Поматывай. На грани.
джигом можно попробовать ставить. Сейчас так и сделаем. Они проходные все, в принципе. Ну да, там не бревно лежит. Не, там просто какие-то бугры, да. Корни, наверное. Мешки, может, какие-то. Не, корни. Друзья, но этот момент я попытаюсь прокомментировать. При зацепе, когда мы двигаемся против течения, не пытайтесь сорвать приманку. Остановите лодку, пусть лодка двигается по течению, спускается ниже. Сбросьте шнур и развернитесь, чтобы ускорить процесс. Пройдите вниз по течению, ниже зацепа. И только после этого начинайте сдергивать приманку. Как правило, на третий, на четвертый рывок приманка освобождается. Давай еще раз попробуем и все, и джигом ставим. Дрыщ какой-то. А? Поехали в другое место. Ну что, я тебе брать не буду. Совесть мне не позволяет. Какие-то ясли. А куда делся нормально, вот непонятно. Так. Мы уверенно ловим дрыщей. Мне так опасно выскочит. Надо вот здесь поджимать. Ближе. Ближе, да. Сейчас уже не перехватывай.
Ёб твою медь. Поехали отсюда. Ёб твою медь, а. Поехали нахер отсюда. Ну что, день 10. Продолжаем уверенно ловить дрыщей. Вот такая шелупень нынче в нашем огороде. Первый тихо уплыл, без шума. Ну что, друзья, по судаку рыбалка жопная, полная жопная. Вот. Все как-то плачевно, клюет мелочь, ее много, а нормальной рыбы нет. Если попадается где-то там, килограммовые, там, то это уже хорошо. Двушки — это уже счастье. Трешки мы не видели, не знаю, вообще увидим или нет. Глубины разные перепробовали, и там, и сям, и на 8, и на 7, и уже даже и на 3,5 ходили. Все одно и то же, причем в разных местах. И далеко уходили по течению, и против течения уходили далеко, и здесь под базами, по всяким местам, которые, ну, уже проверены в районе, скажем, нашем. Вот, все одинаково. Вот, одинаковая обстановка, он везде стоит одинаковый. Куда делся нормальный судак, вообще непонятно. В июне он клевал, сейчас нет. Вот, ну, как-то так. Ладно, у нас еще время есть. А так остается что? Отдыхать и еще раз отдыхать. Может, здесь я высплюсь тогда? Понимаешь? Смотри, он, блядь, стирает. На, вот это открыл. Чуть-чуть.
Вода 29 градусов. 29. Ну, поверхность, конечно, но все равно. Это жопа. А температура воздуха, ну, наверное, больше. 43. Ну, это в тени, 43. А так, наверное, ну, за полтинник точно. Мы вышли сейчас с Андреем в час, да, в час по Москве. Сделали одну дорожку, искупались. Сели, значит, сделали одну дорожку, распустили коротенькую. Тут же мы спеклись, то надо еще искупаться. Искупались мы. Опять, значит, сделали одну дорожку, поняли, что надо еще искупаться. И как после этого мы, короче, решили больше не выходить, пойти просто купаться. То есть рыб будем ловить чуть позже, в часиков такую, полпятого, наверное. Ну, а может быть, тучка вот тут ползет какая-то, обещают дожди какие-то странные, охлаждающие. Но пока так что-то ничего не предвидится. А пока мы будем купаться, отдыхать. Ударило хорошее, сейчас посмотрим. Будем надеяться, что что-то достойное. Давненько уже ничего не ловили достойного. Меньше двушки. Вот в июне вот такие вот ловились. Опять серебро. Опять серебро, да. Подошел судачишка все-таки. Зачетненький. Ну вот это килошки. Вот такой вот. Красапулька. Спречь нахрен это сейчас. Так, ну что, в полевых условиях попытаюсь вам показать, как работают датчики движения от сигнализации циклоп. Сейчас мы ее посмотрим поближе. Так, вот такая сигнализация циклоп на движение срабатывает. Сейчас я вам попытаюсь показать, как она работает. То есть это приемник и два датчика. Включаем. Все, примерно у нас будет стоять или где-то здесь, или в палатке будет лежать, неважно. То есть палатку не полезу, там жарко, пусть стоит здесь. Теперь пойдемте посмотрим, где я ставлю датчики, ну, скажем, у той же самой лодки. Так, вот идем к лодке. В принципе, это не так уж и близко на самом деле. То есть работает датчик, по-моему, там 70, ну 50 метров точно, пишу, по-моему, 70. Так, единственное, условия как бы не совсем у нас идеальные, поэтому не сразу может срабатывать. Почему не идеально, сейчас покажу. Здесь бугор, датчик как бы там наверху, приемник наверху, а датчик внизу. Вот моя лодка. Так, как мы ставим датчики? Во-первых, можно вбить какие-то колы и направить луч. Это лучший вариант. Ну, как даже не лучший, может, как один из вариантов. Или поставить их, как вот я поставил, один датчик. Вот стоит внизу. Второй датчик стоит здесь. Ну, к примеру, да, сымитируем заход. Надеюсь, вам было слышно, сигналка заорала. Теперь смотрите, то есть, как бы, да, если волна, к примеру, да, то есть мы качаем лодку.
датчики не срабатывают. Ну, стоит только нам, грубо, зайти в их пространство. Как-то так. Вот такие датчики. Их можно крепить, ну, куда-то саморезы крутить и сюда подвешивать. Датчики водостойкие, дождя не боятся. Работают на батарейках. Батарейки желательно менять раз в неделю. Ну, это при экстремальных условиях, скажем, во время жары. Данной системной охраной можно охранять шатры, палатки, ну, я не знаю, просто территорию какую-то, да, нашу кемпинговую. Те же самые какие-то приусадебные участки, кто имеет, да, допустим, можно настраивать датчик, как в режиме «гость пришел», то есть, как бы там, он не будет так орать, но будет сигнализировать, что кто-то, допустим, вошел через калитку. Незаменимо, они не требуют никакого электричества, на батарейках, в лесу вы находитесь, на реке вы находитесь, на даче вы находитесь, где угодно. Вот. Вещь классная, пользуюсь давно. Кто не пробовал, попробуйте. Она стоит не таких уж больших денег. Рекомендую. Постоянно приходится купаться, охлаждаться.